Всем привет, дорогие мои любимые зрители! Как вам моя шапочка и шубка, а также их сочетание? Ну что, у нас зима снежная, холодная, временами даже лютая. Кстати, вы уже в курсе, что стиль old money и тихая роскошь всем надоели, и поэтому им на смену пришел новый, хорошо забытый старый стиль. Славянская девушка. Вот я сегодня как раз выгуливаю нашу любимую русскую ушанку. Правда, в современной интерпретации. Но сегодня речь пойдет о зимней обуви. Причем зимней по-настоящему. Специально для России. Итальянские производители позаботились о нас и выпустили прекрасную коллекцию обуви для зимы с утеплением натуральным мехом. И сегодня мы с вами посмотрим, потрогаем, примерим. Я покажу вам не только утепленную зимнюю обувь, но также нарядную обувь, которую можно надеть на праздник, на Новый год, например. И обувь для осени. Также для тех, у кого зима достаточно теплая, не такая вот снежная, холодная. И мы с вами отправляемся на склад интернет-магазина «Подимис», который находится в Санкт-Петербурге. Пока Подимис – это интернет-магазин, но совсем скоро откроется бутик в Санкт-Петербурге, так что следите за новостями. Сейчас вы можете зайти на сайт и выбрать то, что вам понравится, и заказать доставку с примеркой по всей России до 3 пар. Обязательно предварительно свяжитесь, созвонитесь с менеджером по телефону WhatsApp. Не бойтесь звонить. Вам все детально расскажут и ответят на все вопросы. Сориентируют по размеру, доставке, оплате. Ну а если вы в Петербурге, то вы можете посетить склад интернет-магазина «Подимис», как я. По предварительной записи, телефон WhatsApp, а также все ссылки на сайт и YouTube канал. Кстати, у Подимис появился YouTube канал, где можно хорошо рассмотреть на видео ту или иную пару обуви. И на сайте, кстати, тоже есть видео, где все хорошо можно рассмотреть. А теперь внимание, до 15 января будет действовать мой промокод Марина, по которому вы можете получить скидку 1500 рублей на покупку. Кстати, интернет-магазин «Подимис» дает вам возможность приобрести понравившуюся обувь беспроцентную рассрочку. Менеджер по телефону поможет вам разобраться, как это сделать. И напоминаю, что обувь от «Подимис» – это качественная обувь из натуральной кожи и качественной фурнитуры, произведенной в Италии на небольших фабриках, семейных мануфактурах. Все сделано вручную итальянскими ручками. Ну что, смотрим обзор. Дорогие друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. Будет много зимней обуви и не только. Посмотрите, какие потрясающие сапоги и ботильоны. Они, конечно, демисезонные, без утепления сейчас, но у них есть вот такой вот замечательный ремешок, который можно вот так вот надеть и тем самым украсить обычные Челси. Вот, посмотрите, так выглядят эти ботильоны без ремешка. Но здесь вот есть такая, как это называется, ну, в общем, приспособление для того, чтобы этот ремешок туда вставить. Вот так. И получаются уже вот такие красивые, необычные, стильные ботильоны. То же самое сапоги. Кстати, у них широкое такое голенище, да. И еще вот здесь резинки с обеих сторон. Поэтому, если у вас ножки полноватые в этом месте, вы спокойно можете замахнуться, что называется, на вот такую красоту. Это проблема очень многих женщин, но здесь она будет решена. Боже, как мне нравятся эти ремешочки.
Трансформеры, это же самые настоящие трансформеры, это то, что нам надо. И поверьте, зимние образцы ничуть не хуже. Подимес меня очень порадовал. Также мне очень понравились вот такие ботильоны зимние. Здесь прям такой вот мех толстенький, теплый. Маша, а вот у этих белых ботильонов, у них мех натуральный? Натуральный. Натуральный мех. И здесь вот есть еще черные такие же, да, здесь вот черный мех, но здесь чуть поменьше ворс, это тоже шерсть, вот, но беленькие, прям совсем теплые такие, посмотрите, какие они прекрасные, я в полном восторге. И еще одни классные ботинки молочного цвета. Посмотрите, какая у них подошва такая. Раньше называлась манная каша. Здесь прострочены. Чувствуется, что над ними поработали с душой. Они, конечно же, тоже с утеплением шерстяным. В общем, в них спокойно можно форсить, когда холодно, минус не страшен. Очень классные ботиночки. А вот эти, насколько я знаю, они кашемировые. Посмотрите, есть вот такие бежевые. Челси, можно сказать. Ой, какая тепленькая у них. Чувствуется, что прямо натуральная шерсть. Согреют не хуже валенок. Шоколадные ботиночки. Я так понимаю, что такой же вот фасон, только немножко по-другому смотрятся. Здесь темно-коричневая, горький шоколад, кожа. Меховая подкладка, прямо тепленькие такие, золотистая фурнитура, заклепочки вот здесь на шнурках, также подошва манная каша. Вот такие прекрасные теплые ботиночки. Очень вкусные, рыженькие такие. Карамельные, карамельно-охристые. Здесь тоже вот кашемир по нижней части. Здесь замша чувствуется. Оригинальные полусапожки, можно сказать, да? Ну, однозначно, в них не замерзнете. Еще одни черные ботинки. Тоже мы видим здесь вот необычная, красивая вот эта фурнитура. Кстати, она тоже произведена в Италии. Мария мне рассказала, подошва манная каша, и мы видим черную цигейку, черный цигейковый мех. Ну, дорогие друзья, смотрите, так как это произведено на небольших фабриках, я думаю, что они специально для России производят вот такой вот утепленный вариант. Безусловно, безусловно, в Италии без таких можно обойтись. А у нас никак. Ну, какие же они симпатичные. Прям мне очень нравятся. Вот, смотрите, еще такие же тоже есть черные. Как-то у них тут вот интересно сделано так. Кожаные. Но вот умеют итальянцы придумать. Очень оригинальные модели. Теплые, стильные, красивые. То, что надо. Еще есть... Еще есть вот такие вот тоже ботиночки, тоже, видите, вот как утепленные, да? Ну, прямо к русской зиме специально готовились. Кстати, в этом году очень холодная зима, поэтому без таких ботиночек-то особо и не обойтись. Подошва манная каша, посмотрите, тиснение кожи, темно-коричневое, шоколадное такое, кофейное, пара ботинок под крокодильчика, а здесь снова кашемир. Прекрасные. Ну, а теперь давайте пройдемся по кроссовкам. Они все тоже внутри меховые. Согреют, теплые, стильные. И очень удобно. Ноги меньше устают, чем в высоких сапогах или ботинках. Вы только посмотрите, какая красота. Цвет тауп. Тауп, замша в сочетании с золотом. Боже мой, какая красота. И, конечно же, они утеплены великолепно. Я просто фанат этой пары.
Смотрите, какие еще есть тоже прекрасно утеплены. Ой, как мне нравится, боже мой. Рыжая замша великолепна и неподражаема. Цвет тауп тоже есть. Он прекрасен. Черные замшевые, можно сказать, полуботинки. Смотрите, какая толстая у них подошва. Отделаны такой черной цигейкой. То есть прекрасно утеплены. Не только согреют, но и сделают образ неповторимым, стильным, прекрасным. Еще один вариант. Как же хорошо, что появились такие кроссовки. Они достаточно высокие, утеплены натуральным мехом. И у них тоже разная подошва, кстати. Вот рифленая. Вот еще один вариант. Тоже достаточно удобный и не скользкий. Спасибо итальянцам, что специально для России, для россиян, они выпустили такую прекрасную обувь. И, кстати, не только черные, но и вот такие прекрасные светлые цвета тауп. Отделка белым мехом выглядит потрясающе. Очень красивые рыжие, прямо такие тапочки, туфельки, ботиночки, кроссовочки, лоферы даже, можно сказать, симпатичные, и в них тепло. Конечно же, в подиуме есть обувь на осенний сезон, на весну, некоторые даже летом такие носят, у кого холодно. Рифленая, толстая, стильная подошва, красивые цвета. Посмотрите, вот эта подошва округлая, сзади молния, очень стильные ботинки. Ну и, конечно, для любителей красивого, элегантного стиля золотые ботильончики, сзади молния. Боже, как они прекрасны! И, кстати, цвет, посмотрите, какой уникальный. Он и золотистый, и серебристый, можно сочетать и с золотом, и с серебром. Боже, они прекрасные. Конечно же, есть стильные, грубоватые, брутальные сапожки. Я обожаю вот такой вот ковбойский стиль. Разные пряжечки. И, кстати, голенище достаточно широкое. Поэтому можно тоже отрегулировать, там сделать поуже, пошире пряжечки. Будете неотразимы в таких сапогах. Конечно же, есть казаки, причем высокие вот такие вот, прям, не знаю, мне так это до колена, может, даже выше колена, очень высокие. Кстати, кожа мягкая, комфортная, и вот такие покороче. И, кстати, видите, есть молния. Это для меня очень важно, потому что я не люблю вот это вот натягивать на себя. Возраст, знаете ли, уже. Интересные ботильоны, посмотрите, какая у них шнуровка и с дырочками такими, и с заклепочками, ну или как это назвать. Причем шнурки есть черные, если вы хотите добавить какого-то цвета, то, пожалуйста, вот были синие шнурки, горчичные, цвета охры. Но это классика, достаточно высокие, толстая подошва и элегантные, очень необычные, оригинальные. Я показывала еще в летних выпусках. Красивые, цвета вареной сгущенки, очень вкусные, с такими обтянутыми пуговичками, которые, кстати, увеличиваются, и верхняя такая самая большая и выразительная. Супер стильные, молодежные на шнуровке, с такими рифлеными подошвами, заявляющими о себе. Ну, кстати, не обязательно каждый раз шнуровать, там молния сбоку. Ну и совсем для самых продвинутых и дерзких модниц сапоги с отворотом, с карманом, бордовые. И, конечно же, подошва и элегантного образца, и грубого. Ну а это с цепью. Шикарные тоже ботиночки, кстати, очень удобные. Посмотрите, у них молния есть, то есть и элемент, заявляющий о себе. То есть такая изюминка имеется, но в то же время очень носибельная. Классическая колодка с пуговочкой такой обтянутой. Интересный элемент, удобная подошва. Ну, вы видите, да, что обувь практически вся носибельная, комфортная. Ну, а для любительниц чего-то дерзкого тоже найдется что-то и на каблучке,
Например, вот такие ботильоны. Сзади молния, тонкий каблучок. Здесь каблучок более устойчивый, чуть-чуть подкошенный такой вот, с подкошенным направлением. Квадратная пуговица обтянутая. Здесь красивый бордовый цвет. Тоже такая лаконичная деталь, элемент, украшение. И, конечно же, для самых продвинутых модниц есть вот такие высоченные сапоги на каблуках, кстати. Мне очень понравились такие ботильончики. Сейчас вы увидите, у них вот такой каблучок. У многих молочные, достаточно широкое голенище. То есть фактически их можно вместо туфелек носить. Вот эти, я смотрю, замшевые. Там дальше стоят молочные, кожаные. И вот такой вот очень смелый, экстравагантный, сине-фиолетовый, такой яркий, очень электрик цвет. Черные ботильончики, ну, вы увидите сейчас. Я буду примерять. Да, и каблучок разный, видите, вот такая вот рюмочка. Но что важно, эта рюмочка находится на середине пятки. То есть это говорит о том, что будет устойчивый такой каблук. Ну вот, мне очень понравилась вот эта форма. Знаете, элегантный, необычный каблучок, острый носик. Нога как бы утончается, становится более элегантной, при этом устойчивость обеспечивается. Вот я даже их померила. Видите, как сзади выглядит, как каблучок-рюмочка, а сбоку такая легкая танкеточка и носик приподнят. То есть это как бы утончает ногу. Вот, а вот, да, какие они разные все, с носиком металлическим. Острый носик, его как-то немножко хочется успокоить, и чтобы им не задевать и не обдирать кожу, придумали вот такой вот замечательный металлический наконечник, он же и украшением служит. Здесь вот в виде таких вот металлических полосочек, посмотрите, сейчас я вам покажу поближе. Так, тот был целиком, наконечник здесь вот такой вот элегантный, облегченный вариант, но этот носик вы не обдерете, это точно. От элегантных до самых удобных все тут есть. Посмотрите. Да, кстати, вот такие ботильончики купила Марина Львовна, моя подруга. Она их еще летом высмотрела на распродаже. Обратите внимание, что красивые туфельки крайне трудно найти перед корпоративом, перед Новым годом, перед праздником. А здесь, в Podimis, есть, конечно же, всех цветов, модели и вот с такими красивыми элементами, с брошками. Боже, какие красивые! Мне вообще нравится обувь с брошками. Люблю я брошки, что сделаешь? А те, кто не любит брошки, пожалуйста, к вашему вниманию предлагаются вот такие вот элегантные туфельки. При этом они устойчивые и прекрасно садятся на ногу. Конечно, у кого есть косточка, лучше примерить, но большинство туфелек, даже на мою косточку, сели прекрасно. Обожаю бантики, всевозможные вот такие вот элементы, украшающие обувь. И еще раз обращаю внимание, что каблучок находится на середине пятки, что делает очень устойчивыми эту обувь. Вот. Черные, прекрасно. Кстати, необычные, да? Какие-то высокие, сзади какой-то разрез непонятный, необычный. Очень смотрится деликатно, стильно и привлекает внимание не только цветом, но и вот этим фасоном. Классические туфельки с необыкновенно красивым украшением. Смотрите, как будто бы цепочка, да это и есть цепочка там черная, переплетена такими кожаными лентами. Элегантные туфельки в мужском стиле, ну, выглядят как мужская обувь, но при этом сразу видно, что, что они прекрасны, и любая модница такие захочет. Ну и лодочки вот такие остроносые, как-то кожа сплетена, в общем, такие оригинальные идеи. Огромный ассортимент, конечно, цвет, дизайн. Размер, все нужно смотреть, пробовать и, конечно же, выбирать.
Вот еще один вариант завязки бантиком и балетки. Балетки, боже, как они были в моде в мою молодость, но тогда у нас их практически не было. Ну, а теперь, дорогие друзья, да-да-да-дам, переходим к кроссовочкам. И, конечно же, я начинаю этот показ с самых эффектных, самых невообразимых, украшенных брошками. Кстати, эти брошки съемные, вы увидите в конце, как это снимается. То есть можно просто иметь белые кроссовки вот с такой медной кожаной отделкой. И вот видите, да, вот брошка. Я ее могу снять, могу оставить. То есть один ботинок, да, без брошки, второй с брошкой. Всегда можно выглядеть нарядно и красиво за счет этого. Тем более цвет брошки, кстати, самый модный, по мнению Пантона, такой персиковый. Ну и, конечно же, расписанные кроссовочки с прекрасным словом «любовь». Вот так вот, как будто вручную вы сами их расписали. Кстати, в разных цветах. А если вам не нравятся такие вот расписанные кроссовки, то можно их декорировать и украсить с помощью таких необычных, классных шнурков. Вот разных цветов. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился обзор итальянской обуви интернет-магазина Podimis. С нетерпением буду ждать ваших комментариев. Подписывайтесь на мой YouTube и Дзен-канал, и мы с вами увидимся совсем скоро в следующем ролике. Пока-пока!